Так, ну что, значит, ситуация какая по поводу сервала? А после операции, то, что кость застряла в кишечнике, после операции, которая проходила в белом клыке, через 3 дня у него наступили ухудшения. Он снова оказался в стационаре. Несколько дней, то есть сегодня мы забрали его из стационара, из ветклиники, приехали сейчас в Шансбио. Передавали анализы, у него сохраняется ухудшение состояния, есть кровотечение в кишечнике. Пока вот сейчас думаем, чего, как, что делать. То есть пока прогнозы не очень хорошие. Идет сильный воспалительный процесс. Поэтому вот такая ситуация у нас. Сейчас время 12 час ночи, поэтому пока решаем, что с ним делать дальше, как лечить. В общем, как-то так. Все, мальчик.